если разговор идет конкретно за острые респираторные вирусные инфекции, да, то мое мнение, если вот человек уже вот входит в стадию, да, начальную, то есть появляется у него слабость, да, высокая температура, ознобы, там, нос, да, вот начинает там сразу как бы там, да, отекает нос, как бы, да, может какие-то покашливания, там, першение в горле. Мое мнение, сразу надо принимать противовирусные препараты. Вот. Почему? Потому что если как бы, их не принимать, да, дальнейшем процесс только усугубляется. Все люди привыкли сразу пить антибиотики. Нет, в данной ситуации как бы, да, антибактериальные препараты они никак не влияют на организм, потому что все-таки вызвана вирусная инфекция. Понимаете? Поэтому надо пить противовирусные препараты вот, хотя бы там, ну, дней 5-7, как бы, да, которые именно для купирования острых признаков. И уже в дальнейшем бороться с осложнениями, которые вызывают вирусную инфекцию.